Сегодня у нас на мастер-классе по живописи мы опять видим Елизавету. Я напомню, что никакого художественного образования у Елизаветы нет. Но, ходя на наши мастер-классы, а это уже, по-моему, четвертый раз, да? Пятый раз, я уже сбилась со счету, как мы рады видеть Елизавету. Ее навыки становятся все лучше и лучше. Она становится еще все свободней в своей живописи. И то, что она сделала сегодня, это просто великолепно. И давайте спросим ее, как ей сегодняшний результат. Во-первых, спасибо большое вам за такую предоставленную возможность индивидуального мастер-класса. Я советую всем приходить не только на групповые, но и на индивидуальные, потому что на индивидуальном мастер-классе вам преподаватель Ирина объяснит все подробно, в деталях. И ваша картина будет превосходной. Я очень довольна результатом, очень довольна всякими техниками, которые мы сегодня использовали. Сочетаниями цветов. Эта картина, я ее очень хотела нарисовать, но, к сожалению, не успела попасть на прошлый мастер-класс групповой. И вот, наконец-то, я дождалась индивидуального мастер-класса и с удовольствием написали мы ее сегодня. Спасибо большое. Пожалуйста, Елизавета, всегда рады. Вы всегда тоже можете, если вам понравился какой-то сюжет, который делала наша группа, вы можете прийти и сделать это самостоятельно. Холст у нас сегодня большой, 40 на 50 сантиметров. И те, кто хочет также научиться писать, но кто никогда не брал в руки кисти, приходите, и у вас все получится.